Всем привет, с вами Doom. Сегодня у нас 7 августа, это значит, что сегодня год моему каналу. Именно 7 августа 2012 года я зарегистрировал этот канал, Doom Channel Rus. Вот, ну, предыдущие подписчики знают, что у меня был канал Alex Doom. Вот, много, наверное, предыдущих подписчиков подписались и на этот канал. Вот, а, собственно, причиной создания этого канала послужило то, что в августе меня там, в первых числах заблокировал AdSense, то есть заблокировал всю мне монетизацию и так далее. Вот, в общем, пришлось создавать новый канал, так как на этом канале ни картинки не поставить, а превьюшки на видео ничего не сделать. Вот, из-за того, что заблокировали, я создал новый канал и попросил всех подписчиков переподписаться с этого канала на мой, который сейчас канал Doom Channel. Вот, собственно, многие перешли, за что им спасибо. Сразу же у меня много было подписчиков, все там, ну, немного, конечно, где-то человек 300 подписались на мой канал новый. Вот и продолжу я свою, так сказать, деятельность на этом канале. Вот, что прошло за год. Ну, например, если сравнивать с тем, что я успел за год на том канале Alex Doom, то в несколько раз больше у меня получилось. Там за год у меня было где-то 350 подписчиков. На этом же канале за год я собрал уже более 2000 подписчиков. То есть, сами понимаете, 300 подписчиков и 2000. С каждым днем они все больше растут. Ну, это еще учитывать, что меня никто не пиарит, я сам нигде там не пиарюсь особо. Вот. Да и зачем это надо? Кому надо, сами подпишутся. В основном, кто взять, например, всех вот этих крупных подписчиков, всяких блогеров, вот этих летсплееров, у них там по 700 тысяч подписчиков, а на каждом видео там максимум, ну, по 200-300 тысяч просмотров. Где же у них по 700 тысяч просмотров, если у них 700 тысяч подписчиков? Все это накрутки. Мне это не надо, мне надо, чтобы люди смотрели, там, комментировали, нравится, им не нравится, отписывали свое мнение. Вот, чтобы не было, так сказать, мертвых душ. Я считаю, это мертвые души подписаны, но не активные на канале, вот. Мне такое не нужно. Ну, в будущем я планирую дальше все это снимать. Ведь никогда не заканчиваются ни игры, ни всякие вещи. Да, все с каждым разом все новое выпускаю. Так что пространство, так сказать, большое для этой деятельности. Видео снимать, да, распаковки всякие. Вот. А вам всем спасибо, что смотрите меня. Комментируете, многих уже подписчиков запоминаю по никам, которые постоянно чуть ли не каждое видео мое комментируют и смотрят. И так, если проводить аналитику, да, я вот так смотрю, все же большинству нравится видео, конечно, как и у любого там всяких блогеров, да, там распаковщиков, обзорщиков, там есть свои тролли, ну, которых я быстренько блокирую, так что если сейчас тролли смотрят, если вы что-нибудь плохое пишете. Сейчас я вот опять отключил одобрение комментариев. Если будут опять всякие тролли писать, то, естественно, поставлю опять на одобрение. Считаю, всем это лучше делать. Потому что сейчас такая вещь, как рекламу всякую кидают на видео, там, зайдите на канал, там, или какие-то сети рекламируют, там, МТС, что-то позвоните, наберите номер. И вот во избежание всяких вот таких сообщений я как бы модерирую их и пропускаю нужные. Вот, если там ненормативная лексика очень большая, то тоже не пропускаю, так что следите за своими комментариями, что пишете. Ну, а, собственно, и все. Так что будем и дальше продолжать снимать для вас видео. Ну, вот, собственно, и все. Всем еще раз спасибо, что смотрите меня. Всем спасибо за этот просмотр. Всем пока!